едем на Бостепе. Опять выпал снег. Вот здесь это смотровая площадка. Я тогда еще осенью здесь снимала ролик. Лежит, но нету мороза, нету где-то градусов, может 2-3. Дорога мокрая, не скользкая. Заселяются люди. Еще пустые еще квартиры видно есть. Ты еще междумающий мали. Вчера снег выпал, так у нас все маршрутки там могли подняться, все побросали по краю. Сегодня, наверное, только повыезжали. Вчера вечером все скользило. Вчера где-то 0 было. 0 градусов. Ну, здесь прям побольше снега, конечно, чем у нас. Получается, район прям на горе находится, повыше. А мы немножко пониже Эрдоуда.
Елочки красиво так снегу стоят. Магнолии тоже. Это все магнолии вот посередине. Поломались ветки даже некоторые от снега. Ну, елка какая красивая. И вон впереди тоже. Здесь вообще много хвойных в Трабзоне. Фундук, вот все, и вот эти деревья, это все фундук растет. Тут уже такие вот частные дома будут встречаться. А нет, тут еще дальше вот есть. Оттуда, может, будет видно.
авточок Гильбакенса. Да? Ну, из-за фундуков не видно по левую сторону. Ну, тут прям совсем зима-зима. У нас внизу так в этот раз не сильно. Выпадает снег. В прошлом году вообще не было. Позапрошлом году один раз выпал снег. А это уже прям что-то погода бьет рекорды. Второй раз за эту зиму. А! Вот здесь такие дороги, что хрен разъедешься. Ехали вниз, а этот, говорит, застрял там парень, наверх не может подняться. Все. Вдалеке все белым-бело. И такой дымок стоит, печи топятся. Красота. Там амбир, да, туннелем. Будем разворачиваться. Рыбачек, ты моя дева.